как вернуть к заводским установкам браслет Galaxy Fit E. Ну, кстати, а также и Galaxy Fit 2. Для этого нужно Cradle подсоединить. Вставить в любое зарядное устройство и к розетке подсоединить 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Браслет перезагрузится и будет вернут. После этого можно подключать его. Если у кого какая-то была проблема, не подключался браслет, либо что-то не работало, вот таким образом можно в течение 10 секунд, ну, может быть чуть больше, вернуть к заводским установкам. Также можно сделать браслетом Fit 2. Работник сервисного центра Samsung. Дело в том, что когда я не мог подключить свой браслет к приложению, я обратился в сервисные центры, в различные. И только в фирменном самсунговском сервисном центре мне сказали, что браслеты не подлежат ремонту, но тем не менее вы можете вернуть к заводским установкам. И прямо по телефону он сказал, что попробуйте 10 раз вставить зарядное устройство в розетку. Мне это помогло. Если это помогло вам, ставьте лайки. Не забывайте делиться видео со своими друзьями в социальных сетях. Всем пока!